Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Дети, что надо сказать? Привет, привет! На каком вы канале? Baby Go! И сегодня у нас очередное развивающее видео, друзья! Сегодня у нас игра немножко похожа на игру обезьянки. Назовем ее «Запомни и повтори». Эта игра поможет развить внимание и память. Для нее необходимы две карточки. Мы уже их заранее нарисовали, чтобы не тратить на это время. Мы возьмем несколько предметов. Я буду эти предметы выкладывать на одно поле, потом поле закрывать, и Дениска должен будет повторить. Да, День? Ну что, давай попробуем? Давай сначала постепенно вводить. У нас ребеночек еще маленький, ему всего лишь 2 годика, поэтому, естественно, много предметов мы не будем добавлять на поле. И начнем с одного. Денечка, видишь, у нас 9 ячеек. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я сейчас в одну ячейку положу цифру 4. Вот, допустим, сюда. Запомнил, куда я положил? Еще туда 5. А потом положим. Я накрыл. Ты должен цифру 4 повторить на своем поле. Где она лежала? Там. Ну, она там. А у тебя где здесь должна цифра 4 лежать? Я. Молодец. Давай проверим, правильно ли ты запомнил. Так. Да, друзья, у нас здесь в этом квадрате цифра 4. Сейчас, конечно, и 8 возьму. И здесь, в этом квадрате. Давай, Дени, сложним. Снимаем четверку с твоего поля. Добавляем на наше первое поле еще восьмерку. Добавляем на первое поле еще восьмерку. Не, Денечка, ты сейчас положишь свою восьмерку, повторишь. Давай, папа кладет 8 сюда. А 4 не трогай. Не трогай, мы с тобой играем. 4 сюда. Запомнил? Я закрываю. Повторить надо теперь тебе. Вот, 8 и 4. Где лежали восьмерка и четверка? Ты уверен? Нет, давай проверим, правильно ты положил или нет. Нет, Денечка. Видишь, как лежала четверка и восьмерка? Смотри внимательно. Вот здесь. Нет, ты пока не перекладывай. А ты положил совершенно в другие поля. Давай мы снимем. Дин, давай с этими цифрами еще раз повторим. Я, смотри, внимательно. 8 кладу сюда, а 4 в соседнюю клеточку. Ты запомнил? 8, 4 лежат в верхней части листочка, в правой и центральной областях. Теперь я закрываю. Так, а ты должен повторить здесь. 8 и 4, давай. Давай, попробуй, повтори. Где должна восьмерка лежать с четверкой? Денис, ты это сейчас закроем. Давай, ты повторишь, и мы закроем листочком. Давай. Где должна здесь лежать 8 и 4? Так. Так, будь здоров. И 8 где? Давай, я тебе помогу достать. Вот ты молодец. Давай, открываем и проверяем. Ой, ну она съехала. Она на самом деле лежала здесь. Друзья. Так, и Денискин вариант. Один в один. Дэн, давай усложним. Положим еще один предмет. Положим еще один предмет. Давай, попробуем. У нас есть еще буковка А красного цвета. Денис, давай, я кладу у себя. А ты должен будешь повторить. Так? Запомнил? 8 и А в середине, 4 вверху. Повтори, пожалуйста, здесь. Давай, где должна А быть? Так, 8 куда положить надо? Не подглядывай, не подглядывай, где 8 должна лежать. Клади. Так, и четверка. Давай, проверяем. Друзья, ну почти правильно. У нас 8 серединки с А и четверкой в правом верхнем углу. У Дениски правильно лежит буква А и цифра 4. 8 лежит, конечно, не на своем месте. Но ты переложился, Дениска. Друзья, как вы видите, для первого раза, я считаю, вполне неплохо у Дениски получилось справиться.
Он смог запомнить точности два предмета, с тремя не возникли небольшие сложности. Но я еще раз напоминаю, что это была игра у Дениса такая, в первый раз. И в принципе он неплохо запоминает, неплохо повторяет за папой. Так что мы будем дальше этой игрой развивать логику и память ребеночка. И вам тоже рекомендуем. Ну а с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь на нас, ставьте пальцы вверх. Как пальцы вверх? Пишите свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Yeah.